Дорогие господа и товарищи, сейчас я вам представлю видео с названием «Параметрический резонанс, прозрение и крещение». Я по образованию инженер-электрофизик, окончил в 1972 году Московский энергетический институт с красным дипломом. В начале 21 века я занялся энергетикой человеческого тела. Я считаю физику наукой наук, которая объясняет все процессы, происходящие в этом мире. Я пытаюсь объяснить процессы, происходящие в человеке, с точки зрения физики. А теперь, по сути, я объясняю, как можно быть здоровым, как можно прозреть с помощью явления параметрического резонанса. Вы помните, как в детстве, да и не только в детстве, вы раскачивались на качелях? Что при этом происходило? У качели есть своя собственная частота колебаний. Допустим, одно качание в секунду. И чтобы раскачать качели, вы именно с этой частотой начинаете свой вес вибрировать. И когда у вас частоты совпадают, качели начинают очень сильно раскачиваться. Вот это явление параметрического резонанса можно пронаблюдать еще на таком случае, когда рота солдат идет строевым шагом по мосту, и когда случайно частота их ходьбы, частота, с которой они воздействуют на мост, совпадет с собственной частотой колебаний моста, этот мост начинает раскачиваться в этом же самом ритме, поскольку он совпал, и обрушается в конце концов. Вот это тоже явление параметрического резонанса. Так вот, оказывается, это явление можно использовать и для улучшения здоровья. Я покажу, как улучшить зрение с помощью явления параметрического резонанса. Я просто вам сейчас покажу упражнение для восстановления зрения и пропою молитву и мантры и буду креститься глазами. Господи, помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи,
Я крестился в ритме своего сердца и в ритме полного дыхания йоги. И вдох, и выдох полного дыхания йоги происходит на 8 ударов вашего сердца. Именно частота сердца, которая приблизительно составляет 1 удар в секунду или 1 герц, является тем параметром, той частотой, с которой и нужно креститься. И тогда вы восстановите зрение, потому что возникает явление параметрического резонанса, и тот орган, в данном случае мышцы глаз, когда они работают в том же ритме, что и сердце, они начинают получать больше крови. Сосуды глаз промываются свежей кровью, красной, высокого давления, а также вовремя убирается из глаз синяя кровь низкого давления, потому что частоты у вас совпадают. И таким образом происходит очищение органа, насыщение его зарядом эритроцитов и оздоровление в данном случае. Если вы делаете массаж, Господи, помилуй. Господи, помилуй. То есть, если вы массируете руку, при вдохе тянете синюю кровь к себе, вы забираете ее в легкие. А когда вы при выдохе от себя, вы направляете, в данном случае к правой руке, красную кровь высокого давления. Таким образом, если вы массаж делаете тоже в ритме молитвы, а значит и в ритме вашего сердца, тот орган, который вы массируете в этом ритме, будет получать больше крови, а значит быстрее восстановится. Дальше вы увидите две картинки видео, которые повторятся 8 раз. Ритмичная молитва и представление о работе сердца, а также об энергетике человека, которая изображается в виде пятиконечной звезды. Вы увидите стрелки синие, которые идут при вдохе к центру, и красные, которые идут при выдохе от человека. Вы увидите кокон и шар, которые являются аурой человека и тем пространством, на которое он воздействует. Об этом будут еще видео, но пока на этом все. Смотрите далее, продолжение, молитесь, и вы прозреете. Господи, помилуй. Господи, прости.
Господи, помилуй. Господи, помоги мне, Господи.
Господи, помилуй.